Мод пытается сломить нас. Он понимает, что войска не остановит и подключает читерные вылеты. Но даже это не спасет мир от полного завоевания. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус. Мы продолжаем нашу кампанию. Получается, я серию закончил и героями не доходил. Поэтому продолжается. Здесь у нас движение. А тут, получается, тоже Ратимир. Ты как раз готов на разведку отправляться. Ну и, скорее всего, Дамаск тоже нужно уже осматривать. Хотя, может быть... Не, ну здесь я город вижу, Дамаск. Надо Дамаск подсветить. Я бы уже его защитил, если бы не автобой. Ну давай. Чего ты вспоминать, да, былое? Былое вот это вот. Сетовать каждый раз. Вспоминать. Да, не, чё. Какой смысл? Так, окей, отправляю сюда героя. Если что, он постарается задержать. Может, в Сувар не пропустим монгол. Хотя они сюда идут. Однозначно хотят зайти. Кавалерия. Ну, давайте пехоту. Пехоту. А потом уже будем думать дальше. Где что. Там, в принципе, лучники, кавалерию. Ну, так я и планировал. Тыкс. Восстание. Может, задержит оно, может и нет. Посмотрим. Вскрытие покажет, от чего это вскрытие вообще было нужно. И зачем мы его проводили. Так, а флотом я уже здесь ходил, да, получается. С империями Востока. Сплоченность при патрулировании. Атака при стрельбе. При сопровождении грузовых судов. Боевой дух при блокаде, новых кораблей, боевой дух с другими государствами, защита, боевой дух подкрепления, при обороне, сплоченность во враждебных и спорных водах. Ну, давай так, по чуть-чуть. Того, чуть этого. 10 тысяч. Выводим. Нам сейчас, значит, нужно восполнить потери. Чуть-чуть темп после поражения снизим, не будем так с шашкой наголо гнать. А здесь я дотягиваюсь, получается, ну, практически, да, чуть-чуть. Без ускорения можно. Но, в общем, сербские королевства эти должны мы добить. Эти стеки надо уничтожить. Ты остаешься на месте, тобой я ходил, получается, в прошлой серии. Здесь восстание не исключено, но... Пока его нет. Конные разведчики, кстати, вот. Еще кавалерия подошла. Легкая, быстрая, шустрая, маневренная. Можно ее взять вместо вот тех же свободных воинов. Свободные воины. Ну да, вот наемные разведчики. Они не такие даже шустрые и быстрые. Хотя и по показателям лучше. Но быстрый отряд мне нужен. Нужен. Пусть будет еще третий отряд кавалерии. Ну, кто не в курсе, вот это отряд кавалерии. Просто картинка такая. Ну, не получился на фотографии. Ну, бывает. В жизни такие ситуации бывают. Не получился на фотографии. Я вон вообще на фотографиях не проявляюсь и в зеркале не отражаюсь. Ну, бывает, что сделаешь. Что такого? Будет сюрприз когда-нибудь. Так. Бессмертные. Остаетесь в городе. Бессмертные господа, в целом тут угрозы нет, этот стек можно увести и на юг, но монголы не добиты и как-то здесь еще непонятно, что-то как. Кстати, а ну-ка давай, выходи из города. Опа, блин, я тебя, опа, неправильно вывел из города, ну ладно. Главное, что этот сейчас зайдет правильно в город и будет нанимать правильных лучников. А ты можешь и на ускорение в Шарукан залететь. Сувар по-прежнему не защищаю, хоть и денежку туда вкладываю небольшую, но не трогаю. Так, половецких этих лучников распускаем. Можем и этих лучников распустить, можем дорогих наемников. Потихонечку уже избавляться от наемников. Минус 5. Здесь как раз я могу троих бояр и двоих охочих людей. На следующий ход еще охочих найму и будет, ну, распущу этих. Я хочу найму. Будет прям то, что нужно. Так, Тихомирыч. Но тобой рискнем. В принципе, здесь войска разбиты. Два стека покоцанных остались тут и не захватили нифига. На всякий случай я пройдусь
50%. Вот, город пустой, в принципе. Забираем. Тут есть стены, но нет гарнизона. В принципе, этот стек сможет защититься. Если что, стены нам помогут. И вот он, стек третий. Тоже находится уже на враждебной территории, как бы на нашей. Так что на этом ходу еще не восполняет он потери. Персидские арбалетчики лишь из наемников имеются. Ну, по стеку тут все хорошо. По городу. Давайте сразу. Хира. Это сносим. Ну, здесь баньку я возвожу в Эль-Куфа. Эль-Куфа, Марафа. На верблюжьи поля мы перестроим. Тут все-таки как бы номинально плодородием и не пахнет особо. Здесь цена ремонта. Можно плавильню сразу возвести, либо часовню. Предлагаю даже часовню. Восполнение, все вот это вот будет сейчас нам кстати в данном городе. Идем дальше. Любомыль с Алтабой ходили. Лука, ты остаешься. Даниил здесь нанимает. Тихомир, вот, да. Все правильно. Связанные кровью. Вот следующий темп, который, скорее всего, должен будет сейчас идти в Акру. Тем более я могу морем подойти и спокойно снять осаду. То есть я сейчас... Этот стек использую здесь. И разбитый стек начну нанимать. Я планировал еще в Александрии казарму построить. Это я и сделаю. Я наймаю стек вот здесь. Нанимаем мастер планирования. Хитрость — это кайфовая тема на самом деле. Как раз для армии. Связанные крови. Восстанавливаем наследие. Что у тебя по верности? Ну, четверочка, ну не сказать, чтобы ужасно. Все, ну, сойдет. Жить будешь. Так, тяжелые копейщики, дружине бояре. Еще копейщики. На два хода мы тебе найм обеспечили. Можно будет воинов с бердышами нанять. Они в ближнем бою хороши, но я обычно предпочитаю бойцов с щитами. То есть я очень часто использую оборонительные тактики. Очень часто играю от обороны. А для этого нужно порой потерпеть обстрел. Порой приходится стоять под градом стрел и наблюдать, как тебя расстреливают. Ну и без стрел, без щитов точнее, естественно, от стрел мы страдаем очень-очень сильно. Так, тут порядок сейчас будет ухудшаться. Ухудшаться будет порядок. Санитария есть. Давай пустырь и еще вечер на порядок чуть-чуть. Еще церквушку возведу. Ну и потихонечку будем дом ювелира строить. Вся фракция процветать будет от этой постройки. Любо-дорого смотреть. Так, плодородие здесь нормально. Санитарии тоже. Развиваем. Сид и Нэнси. Нэнси растет уже даже порядок. В Лондоне ночь. В Лондоне вечная ночь. Так, в Африке плодородие сотня. Здесь, конечно, болезнь, но в целом санитария уже после того, как выздоровит это поселение, никак не скажется. Вот в Граце, кстати, отхожие места. Надо тоже развивать. А то в Граце я застроил. Грация, сеньорес. А тут нехорошо. Так, санитария. Давай санитарию везде. Здесь санитарию везде, немножко денежку. Ну, в принципе, можно сейчас прокрутить. Тут по-любому где-то есть места, где я вообще еще ничего не строил. То есть пустое место. Вот в Анкаре, например. Санитария, здесь шелковый путь. И можно ремесленные посады те же возвести. Или даже церковь. Потому что православием тут и не пахнет на данный момент. Это важно.
ну, в Загребе еще что-то возвести, но денег уже нет. Денег уже нет. Много неверных нам друзей. Так, ну что, попытайся, блин, у тебя влияние есть. Ладно, давай ты попробуй собрать поддержку. Пока это только мне уменьшает контроль, попытки собрать, поддержать. В итоге верность теряем. Давай попробую Ярослава обеспечить. А ну давай, двое. Двое сейчас попытаются обеспечить мне поддержку. И тот, и этот, и вот этот. Так, Ратимир. Ну-ка давай повыше должность. А подьячего уже на следующий ход. Попытаемся найти себе. Зима, еды хватает. В принципе, проблем как таковых нет. Дипломатия тоже не сильно страдает, вроде бы. Королевство Дания. Ну, есть там некие моменты, нюансы. Культурные постройки. Хитрость, общественный порядок. Конец. Всем вам придет конец, враги мои. Сербское королевство разворачивается. Я надеюсь, его догоню. А, но тут союзники проиграли в итоге. Да. Ну ладно. Главное сейчас, чтобы вылетов не было. Я уже спокойненько смотрю на некоторые поражения, на некоторые нюансы, возникающие в этом моде. Вот. На то, что автобой ведет себя порой странно, то, что враги порой себя ведут неадекватно, союзники не нанимают порой никого, хотя денег у них более чем достаточно. Кстати, ходов прошло много, можно будет, если что, на следующий ход вновь попробовать денежек потребовать. Так-то там, по-моему, разработчики писали ходов каждые там 10 где-то можно по деньгам. Нет-нет, что-нибудь да попросить. А сейчас мы в каждой серии уже 2 хода делаем и тем самым разрываем вот этот вот диапазон между количеством серий и сделанных ходов, который к сотой серии был очень близок. Да, так-то разрыв был небольшой, если сравнить с той же Вахой, где уже 200-й ход и еще даже ну, несколько десятков серий только. Если так в общих чертах говорить, чтобы не затмить вот эту разницу, которая здесь составляет ход серии. Соотношение этих двух показателей. Аббасидский халифат опять агентами что-то делает, гадость какую-то. Опять гадость делает, попытается убить нашего. Но он прокачанный у него. Нет, не перейду я на твою сторону. Надо было еще по башке ему этим мечом так-то засадить, чтобы он не вылазил. Поляки проигрывают. Но самое главное, они коцают. То есть они не дают монголам себя чувствовать спокойно. И Суварк, смотрите, не тронул. Хотя и здесь монгольский стек один ушел достаточно далеко. Че, хотите напасть, что ли? Нет, не напали. А я думал, угрожаете и хотите на город напасть. Я был бы даже рад. Мы бы разбили гарнизоном. Главное, чтобы все было без читерства. Кирак. Блин, ну, не знаю, сохранюсь на всякий случай. Хотя это не гарантия. Уже прям вообще не гарантия того, что в итоге я смогу, если произойдет вылет, продолжить с этого места, да? Осаду он снял. Понял, что там идет стек. Точно так же, как и здесь, не стал нападать и пошел в тыл. Ну, молодец. Вот сейчас это действие, я бы сказал, разумное. Здесь он бросил стек, но гуриды... А, ну гуриды нападают. В принципе, гуриды нападают. Это
Значит, гуридов мы разбиваем сейчас и Амиду забираем. То есть тот стек, ну он кочевник, окей, ходит кочевник, ну и пусть ходит. Правитель с артой. Здесь небольшой стек, это хорошо, его быстренько разобьем. Эти бойцы, помните, вообще ни о чем. А, так, катапульта. Ну здесь персидские лучники, они похуже, чем у Амана. И все. В принципе, сражаемся. Получается, вся артиллерия подходит как подкрепление. Это значит, легкая кавалерия сейчас ими будет заниматься. Подождем, когда они подойдут. Вот только момент. У него они не все сразу подойдут. Артиллерия, скорее всего, подойдет в последнюю очередь. Тут у него 4000, 5, ну там где-то 5,5-6 тысяч в сумме должно быть у него бойцов. Так, вы восстановились уже. Вы уже готовы. Надеюсь, битва здесь, в этой крепости, это не знамение предстоящего вылета для меня. Так, черепашка, идем сюда. Черепашечка. Черепашка, построение. Пашка, Пашка, черепашка. Чуть-чуть назад, чтобы последние ряды тоже защитить. Так, отлично. Одни держат щиты, другие держат копья. Вот и боевая машина смерти. Лучников давайте сразу ставим двоих здесь. Двоих здесь. Всем запрещаем стрелять. Подкрепление опять же подходит с этой стороны, мое, только если армия будет нападать. То есть на этой карте нужно сразу всю кавалерию сюда ставить. Легкую каву можно на отдельную группу. Полководца, соответственно, отдельно. Блин, не хочет. Ну и ладно. Не хочешь, как хочешь. Мы тебя заставлять не будем. Мы тебя заставлять и принуждать не станем. Так, чуть не нажал бой. А колье ведь это очень важный момент. Так, подкрепление, получается, подходило в прошлый раз вот здесь, да? Это ж в этой битве оно подходило здесь. Но тут подкрепления будут с разных сторон. В этот раз он чуть-чуть один стек с другого вектора направил на меня. Соответственно, ждать нужно еще гостей с других сторон. Можно их вот сюда, а то они бывают бегают там, не нападая, здесь-то понятно пики попробуют пусть только напасть. Так, он нападает с этой стороны, это плохо, ну да ладно. Подкрепление подходит отсюда, это да, это мы в курсе. Есть еще откуда-то подкрепление у тебя? Так, стопе. Топоры, топоры. Здесь у нас схемка отработанная. Лучники. Получится. О, кстати, я могу здесь разместить. Сейчас получится. Сейчас получится, я в тебя верю. Я в тебя очень-очень сильно верю. Легкую кавалерию уже перебрасываем на этот фланг. В любом случае, там одна арта будет. Мы видели разъезды врага. Нам нужно к этому готовиться. Все правильно, против солнца. А представляете, если бы реально это влияло? То есть сражаются бойцы спиной к солнцу и лицом, там минус, допустим, к атаке, потому что попасть сложнее, солнце бьет в лицо, все намного сложнее. Вот они, тяжелая пехота ближнего боя. Боевой дух
и все. У них нет ни ближнего боя, ни каких там перков, особенностей, способностей. Это просто народ, который идет разминировать ямы. Просто толпа, которую гонят на минное поле практически, средневековое. Там у одного только, и всей толпы есть меч. Так, ну ладно, надо было этих отправить-то уже в бой. Стрелять врагов понемногу. Так, а здесь еще есть подкрепа. Значит, наверное, даже быструю кавалерию сюда одну отправим. Тут вот артиллерия, я тебя вижу. А я тебя вижу. Лучников тут тоже много. Основная масса идет здесь. Так что отправляем сюда наши отряды всадников. А вражеский полководец уже мертв. Держаться, терминаторы. Как яростно работает пика, а? О, за меч схватился. Блин, своя вышка убила. Видели? Нашего пикинера убила своя же вышечка. Так, лучники отставить. Я понимаю, что вы сейчас чуть подтраиваете. Но тем не менее. Так, все, отлично. Здесь чуть нужно крутануться. Про вас забыл. Че отлично? Че ты радуешься-то? Чертик из табакерки. Коля не дают подойти им близко, то сейчас даже не столь важно, чтобы Колья убивали. В данном случае, еще раз повторяюсь, Колья не должны давать пехоте, кавалерии, просто продавить наших, задавить массой. Ну а пики сделают тут все остальное. Катафракты, не катафракты, чтоб сюда бы не пришел уже они. Мертвы, считайте. Если они наши враги, то они уже мертвы. Так, артиллерия. И причем, вот смотрите, легкую пехоту сарацин. Тоже так как-то, между прочим, присылая, да, как подкрепление. Такое ощущение, что он здесь на мою кавалерию хочет сагриться. А если это так, то давайте этих развернем чуть-чуть в другую уже сторону. И по-хорошему легкую пехоту бы кавалерий тяжелой нашей разбивать. Фогат! Фогат! Все готовы. Можете чуть-чуть ближе начинать, чтобы постреливать уже по ним. А ну-ка, давайте, наемнички, отработайте свой хлеб. Вы быстрые, шустрые. Сделайте все мега красиво. Ой, как здесь артиллерия может хорошо зайти. У них очень плотный строй. Сейчас риск есть по своим попасть. Но если получится все красиво. Расползаемся, расползаемся. Нас жгут. Все, отставить. Не стреляй пока.
Так, а тут он кавалерию бросил. Уходим, 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 уходим. Вы быстрые, шустрые. Персидские не должны вас догнать, по идее. Да, у них значительно меньше скорость, чем у вас. Так что, если вы их еще и утянете за собой, то вы сделаете двойную комбо сейчас. Окажете мега помощь. Во-первых, арту опрокинули, во-вторых, лучников оставили без прикрытия. Что в итоге скажется на результате. Хлоп. Все. Копейщики. Построение. Делаем круголя. Конные войны. Самые быстрые из вас, но все равно проигрывают нашим. Здесь и прокачка все-таки полководца, армии, все это сказывается. Мы шустрее. И сейчас этих быстрых можем на своих лучников завести. А ну-ка, отставить. Артиллерия, залп. Где-то два еще должно быть отряда у него. Вот опасно отправлять их сюда сейчас. Но вот крайне опасно же. Ведет не пойми куда, пойми что. О, серьезно, ты не думал их уже даже преследовать? Хорошо. Мы пойдем на разведку. Он забыл про них. А я ему напомнил. Уходи. Погнали. Ну что, придется лучникам чуть тогда поработать. Причем желательно убивать его кавалерию стрелковую. По обычным стрелкам мы, если что, потом пройдемся. Вперед. Давай свист. Выдавай свист. А ну-ка, вернитесь. Там все-таки нехорошая тучка находит на нас. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Ах, как приятно тучке по небу лететь. Все, кавалерию мы тут опрокинули. Свист. Над душами у них стоит. Эта кавалерия ушла от преследования. И все хорошо. Здесь можно бить. Персидские всадники, но они ничего не сделают. Лучники, сосредоточить огонь по клину. Клин крайне уязвимая тема против стрелков. И здесь потихонечку артиллерия нарабатывает все клиентуру. Надо вот тебя оттащить. И ты тоже будешь мне еще один фраг нарабатывать. Вперед. А ну-ка, полководец, смети этих легких. Так, отставить лучники. Лучники, работаем сюда. Лучники, ручники. Ручнички, блин. Уходим. Клин. Персидских всадников. Убить.
Убить персидских всадников. Кстати, артиллерия подходит целиком и полностью отсюда. То есть с других флангов ждать их не стоит. Копейщики, поработайте. Сейчас все будет нормально. Мы вот этих лучников зацепим. Зацепы — это плохо. Но в данном случае другого выбора не остается. А, актуальность, да? Так, все, копейщики. Готовимся. Уходим. Уходим сейчас отсюда. Да, в принципе, мечников мы можем смести, но рядом копейщики. И лучше не рисковать. Лучше чуть-чуть отойти. И действовать крайне аккуратно. Нам еще одни случайные поражения, полководец. Нам, еще раз повторяюсь, очередные случайные поражения не нужны. Опрокидываем. Бой. В бой. Выпотрошили. И теперь веселой толпой вот сюда. Персидские арбалетчики ждут. Ну вот и все. То есть последняя артиллерия расстреливает здесь фланг. Естественно, пики, артиллерия, лучники, кавалерия. Так, надо чуть-чуть, наверное, дальше. А то они слишком близко к линии соприкосновения и могут наши пики пострадать. На магнита похож чем-то. Сразу застеснялся, посмотрите. Я не магнита. Я не я. И форма не моя. Так, цепляй. Цепляй. Так, застрелы. Сорямба. Про вас-то я тут забыл чуть-чуть. О, артиллерия. Аппарат работает. Так-то вот суды. Получится у тебя что-нибудь? Или нет? Разрешаю стрелять. Но здесь камушек мы очень хороший разместили. Обычно тяжковато, да. Перебить. И лично в том числе. Все, ускоряемся. Тут наши лучники не простят уже никого. В том числе и застрелы. Ну и завершаем битву. Очередная героическая победа, нам говорят, ну, в данном случае, учитывая наш стек и подбор бойцов, этого не, как бы не сюрприз, вообще не сюрприз. Вот на юге, конечно, в прошлой серии, где мы проиграли, там стек был не оптимальный, неплохой, но с таким количеством, с таким наплывом он не справится. Тем более там лучники. Были бомбезные, и кавалерии не хватало. Была нехватка кавалерии. Даже вот с таким стеком, как сейчас, мы могли бы понести большие потери, не будь у нас кавалерии. То есть не было бы у нас кавалерии, уже подошла бы арта. И это огромное значение имеет. Вот со времен Первого Рима, где я проводил огромное количество времени, все-таки... Даже, наверное, в первой меди еще. Но это не так сильно тогда отражалось, но, тем не менее, находило свои вот такие вот моменты. Кавалерия, потому что как только она появлялась, а не каждая фракция могла себе позволить. В Первом Риме, например, варвары легкую кавалерию могли себе нанимать, по-моему, очень быстро на ранних этапах, а римляне...
должны были покачаться, чтобы ее получить. Соответственно, как только ты получал кавалерию, у тебя эффективность твоих сражений и... Ну, скорость захвата, скорость продвижения, скорость покорения увеличилась тут же в разы, потому что армия побеждала с меньшими потерями, а враг не мог уйти, не потеряв практически весь стек. Дезинформация. 10 тысяч. Ну окей, хорошо. Распидов уничтожили. Обман. В этот раз провалился. Но смотрите, как агентами. Наши воины лишили жизни благородного врага. Так, Аксум в Эфиопии, Анкара в Эфине 2. Вот. Небрачный ребенок. Неловкая ситуация. Ну, кстати, в Ваниле чаще происходили все вот эти небрачные дети, да? Здесь как-то спокойнее это все. Полководец, главный по конюшне, Как там влияние мое? Как контроль увеличен? Так, враги высокопоставленные. Контроль плюс 6. Всеволод, Ясен. Ну, давайте у Ясена чуть-чуть отнимем. Но контроль плюс 6. Оппозиционная партия не позволила вам получить желаемую поддержку. Мы можем продолжать, но надо решить, каким образом. Все средства хороши. Контроль плюс 6. Хоть так. И еще. О, контроль плюс... Хотя это 24-30 сейчас. Поздравляем, вам удалось заручиться верностью. Это должность. А второй, который тоже должен был делать, нет, не сработал. Ну и ладно. Ну и пес с тобой. Ну, я, можно сказать, и не обиделся даже. Так, Константинович, ты у нас стольничком работаешь. Так, Данила. Данила. Натислав, что у тебя? Должность досталась другому, ну не обижайся, на. Данила. Тоже из-за должности обижаешься. Влиятельный правитель минус 2. Ну, кстати, надо наше влияние... Хотя я бы не сказал бы, что влияние сейчас у Всеволода осталось, да? Огромное. Нет. Влияние не такое уж и огромное. Данила назначен. Все, все довольны. Погнали губернаторов назначать. Хотя ты, блин, назначен же, да? Ну и ладно уже. Никто ж не обиделся. Такс. Данил. И сюда. Все, должности розданы. Губернаторов больше брать пока не буду, наверное, это столяри. Отчасти порой губернаторы хоть и делают пользу, но выводят из себя сильнее. Убиваем. Убили. И в Малой Азии у меня получается еще... Да, вот. Мятежник, которого нужно сейчас сломать. Все, замечательно. И теперь можем позволить себе идти по порядку. Быстрое сохранение на всякий пожарный. И войска. Любомысл. Давай, Любомысл, иди сюда. Я в Амиду готов уже заходить. Делать этих кочевниками. Милитена устоит. Хоть и покоцанный стек, но я думаю... может и не устоять. В любом случае стек вернется, если надо будет. Либо пока не лезть.
посмотреть, что они будут делать, пока они осаждают. Пока у них, ну, что-то получается. Кстати, я здесь осаду не снял. Понаехали тут в Белокаменную. Начинают осаждать. На всякий случай тогда и Англию проверим, нашу мятежную. Всякое может быть. Но тут вряд ли. Монголы покоцанные, но не сказать, чтобы прям сильно. Тут, ну, в любом случае, пока что я продолжаю преследовать сербов. И надеюсь, вот этот... Хотя, смотрите, принимает бой. Нифига себе. Я думал, вот этот стек сейчас отступит. И я за счет него зацеплю второй. И их сразу разобью. Потому что этот, он отступает. Но я его достаю. И вместе с союзником... Они мне гадость сделали. Они должны были умереть на самом деле раньше. О, подожди, а фракция не уничтожена? А, ну все, уничтожено. Все, все, да. Все как положено. Окей, окей, я в курсе. Я так и планировал. Разворачиваем. Этот стек раз здесь постарается встретить монголов. Если что, распустим сейчас одних лучников. Там, либо ополченцев. Заберешь себе бомбезную арту. Трофейную. Эх. Это будет кстати. А с Дамаском можем, конечно, сейчас и крутануться сразу. Есть еще один наемник. У него покоцанный стек. А гарнизон небольшой. То есть, в принципе, осадить я могу. А город, правда, не возьму сразу. И подкрепление не поможет. Ну, можно осадить, чтобы не штурмовать лично. Попытается прорваться, мы его убьем. Я могу даже... А, нет, как подкрепление я не могу встать. Было бы прикольно здесь читерно так стоять, нанимать. Если что, как подкрепление подходить. Нет, к сожалению, такую тему мне не позволят сделать. У него практически целиком армия пехоты из лучников. Битва может получиться достаточно интересной, если напасть. Эль-Куфа. Эль-Куфа. Давай гридницу. На востоке тоже. Пусть будет казарма у нас. Казарма, казарма. И этот стек может потихонечку даже уже выходить в сторону врагов. Они, пока не нападут на город, ничего не смогут сделать. Я даже не через лагерь. Даже не через лагерь пойду. Не, ремонтировать не буду. Дорого. Дорого ремонтировать. Смысла нет сейчас это делать. Пока эти стеки стоят у меня возле ворот, это делать бессмысленно. Попытайся задержать ее. Как ни прискорбно, но наш агент не смог выполнить поручение. Мерзавец. Мерзавец. Монголы дотянутся до Курска, и у них очень много всего. В первую очередь... Вот этих вот хочу-хочу стрелков. Просто я думаю, сейчас распустить еще двоих. Это может усложнить мне жизнь. А может и нет. Ну давай, ладно. Рискнем. Распустим. Если бы он задержал монголов, он бы сделал бы великое дело. Очень великое. Помог бы. Очень знатно бы помог. Так, давай. Кавалерию, потом уже дальность передвижения. Но я не... здесь должен продолжить. Засветить Багдад. В Багдаде все спокойно. Мишан. И здесь армия покоцанная. Очень сильно покоцанная. То есть мятежников они задавили. Я
вот думаю, разворачиваться этой армии все-таки или пойти в наступление. Так, тут мы добиваем. В коем веке. Ну и того давай. Сразу. Вот. Уничтоженные фракции. Баварцы. Уничтожены. Великолепно. Кого тут еще в море поймать надо? Никого? Че, неужели никакой там в море погулять еще не захотел? Ну ладно, беги сюда. Беги сюда. А ты принимай бой. Ах ты мерзавец, не хочет принимать. Бежит отсюда. Убегает. Убегает. Ну давайте парочку с бердышами возьмем. Еще парочку копейщиков. Кавалерия. Кавалерия появится у нас здесь. В перспективе. Плодородие чуть-чуть появляется. Ясен. Ясен, ясен. Вот с ясенем как поступать. С одной стороны, хочу здесь ударить. Но и нужно заглянуть дальше. И попытаться вглубь. Отбивать. Как и вот здесь. То есть, с одной стороны, логично было бы сейчас прервать ему найм. Сломать город. Захватить его. Наступления такого уже не будет. Ну давай, давай, попробуем. Ночную атаку делаем. Чтобы с минимальными потерями. Забираем город. Из этих делаем кочевников, которые несут потери. Которым уже терять нечего. Я псих, кричат они. Мне терять нечего. Это хорошо. Чуть-чуть отойдем. Заглянем, как у них здесь дела обстоят. Грузинский стек мог бы захватывать города, но пока не хочет. Ясина я оставляю пока что все-таки по решению. Ну, пока не знаю, как поступить правильнее. Все-таки, скорее всего, я Амана буду бить. То есть стек Амана. О, конные рыцари, смотрите, таких еще нам не предлагали. Но содержание у них бешеное просто. Причем они хуже наших, вот телохранителей. По содержанию они дешевле, куда дешевле. Ну, ветераны, это еще со скидками их так. Так-то они 700. Нехило вы. Обустроились там. Мсхетам, мсхетам, мсхетам. Монголики, монголики, соколики. Не, оставайся. Бессмертные войска останутся. Огненный натиск тоже пока что здесь, в городе. Этот рубеж так тихо, мирно, спокойно обороняем. Ясен нанимает. Мстислав. Всеволод опять... В море вышел и в хвосте оказался. Ну, двигаешься тоже на восток. Двигаешься потихонечку. Ищешь себя. Лагерь лесорубов. Никаких штрафов. Лагерь лесорубов. Тема хорошая. Так, хотя вот и не самый последний тут. На самом деле. В Мурсии я не перестроил. Здесь тоже никого еще не перестроил, к сожалению. Так, общественный порядок наладим. Я просто к тому, что нанимать армию я не смогу. То есть мне, чтобы нанять кого-нибудь, нужно идти вот сюда, в Тулузу. Тут я могу и ополченцев, и кавалерию. Но туда нужно попасть для начала еще. Ну давайте в Барселону сейчас. Отправимся в Барселону. Посмотрим там, что по наемникам. Если есть наемники, то их берем. Либо попытаемся из Барселоны в Наборн прорваться.
там уже все спокойно будет. Там уже куда спокойнее можно дальше действовать. Так, давай баньку. Дом камнетеса. И еду. Плодородие, правда, не особо высокое. Не особо высокое плодородие. Так, давайте я строительством сразу займусь, наверное. Сразу займусь сейчас строительством. И оставлю на следующую серию битву с Аманом. Санитария. Общественный порядок. Стоимость обслуживания. Хотя тут санитарии более чем достаточно. Богатство от торговли. Давай, порядок. Еще Нэнси. Англия. В ноль по порядку сейчас вышла. Ну, религия растет. Православие. Давайте церковь. Малака, малака, малака. Тут я не могу ничего перестроить, на самом деле, из основных построек. У нас в Тунисе православие куда веселее смотрится, чем в Англии. Так, Италия. Смотрим по еде. 4 санитария. Давай еще. Еще. Тырговыште. Плодородие нормально. Есть запас. Даже пока что баньки строить нет смысла. Ну, как смысл есть, но не буду торопиться с этим. Леон. Вот, Волгили. Развиваем. Уровень санитарии есть запасом. Плодородие вроде бы там где-то маячит, но сейчас ремесленные мастерские возводим. Плодородие имеется. Мавритания. Йорк. Добрался я до тебя, Йорк, все-таки. Добрался. Бани во второстепенных городах я строил. В принципе, чтобы не было восстаний, можно вечи возвести. И еще церковь. Ну, тут прям на церковь наяривать. Прям стараться застраивать ее как можно быстрее, сильнее и выше. Точно так. Хотя здесь, смотрите, тоже в Африке у нас быстро растет православие. В Белграде. Ну, так, оставим пока. В Марселе что у нас? Растет, но медленно. Еще церковь. Учитывая количество церквей, которые я построил за этот ход, еды нужно больше. Рутения. Ну да, с Галичем тут отремонтировать хотя бы надо. Хотя бы здесь. Вот Демидий. Плодородия нет. Пока в Сахаре не возводим. В Сирте. Ну, плодородия тут, скорее всего, не будет в ближайшее время. Так что продолжаем стада. Тут такая же примерная история. Орлеан, Эфиопия, Азия, Ниш. Ниш, Ниш, Ниш. Давай стада. Булгария. Вот, кстати, в Загребе. В Загребе есть вариант построить как раз еще поля. Йемен я решил ничего не трогать. Ломбардия. Македония, Строена. Вамиди, кстати. Захваченный город, но не буду. Запас этот может пригодиться на другой какой-нибудь региончик в этой провинции. Запас населения. Этот город, ну, в принципе, вполне возможно и придется сливать. Такой вариант нельзя исключать. Так, Ганновер дорого перестроить. Точно мне денег не хватит. Курск с запасом. Можем еще загоны создать. В принципе, можем.
1000 даже остается в запасе, и нам нужно на этом ходу еще сыграть сражение с Аманом, но это сделаю в следующей серии, друзья мои. На сегодня все, всем добра и хранит нас священная игра от вылетов. Всем добра, пока-пока.